Анонс и точка выхода пятой серии нового сериала «Крутая перемена». Пятая серия сериала выйдет на видеосервисе «Старт» 19 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как в юности Андрей встречался с одноклассницей Ольгой. Он обещал быстренько раскрутиться и забрать любимую в Москву. Пока герой покорял столицу, девушка успела выйти замуж, вырастить дочь-отличницу Таню и стать исполняющей обязанности директора школы. У Ольги теперь и так все хорошо. Она даже помогла бывшему устроиться на работу учителем литературы. Только ее супруг после возвращения Андрея почему-то засомневался, что именно он Танин отец. Пятая серия сериала выйдет на портале «Старт» 19 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.